Здравствуйте, дорогие мои друзья. Мне очень приятно сегодня встретиться с замечательным гостем Грушинского фестиваля, лауреатом, кстати, 6-го Грушинского фестиваля, как мы сегодня посчитали, Алексеем Бруновым. Это было в 1974 году. В 78-м году. В 78-м году. Да. В 74-м мне никого звания не дали. А, ну ты первый раз приехал. Я первый раз был в 74-м, да. Ну вот, значит, я правильно сказал. Вот с тех пор прошло много лет, но все эти годы мы поддерживали прекрасные партнерские, дружеские, товарищеские, творческие отношения с Алексеем Бруновым. И очень приятно, что сегодня с далекой Балтики Грушинская волна вынесла его на наш благословенный берег. Я думаю, эта встреча будет приятна. Ее украсит и замечательный коллектив, клуб авторской песни «Жигули», «Краса», «Гордость и надежда» Грушинского фестиваля. Я очень благодарен его руководителю Ирине Высоцкой за то, что они принимают участие вот в таких наших встречах. Ну, Алексей, вам слово. Я смотрю вот на ребятишек, такое удовольствие, просто вот такие все красивые. Да, да. Девочки, мальчишки, замечательные вот. Просто. Часто задают вопрос, как вы считаете, вот сколько будет жить Грушинский фестиваль? Да пока такие ребята будут приходить. Ведь наш жанр, Борис, он же распространился вообще по всему миру. И наши люди туда привезли и в Америку, и в Германию, в Австралии есть КСП, свой клуб, в Новой Зеландии есть. Это все вот наше, да. А 74-й год, я помню, когда я приехал первый раз, меня просто сразило обилие вот это палатки, эти костры. И когда я впервые столкнулся с Берковским, Берковский идет навстречу, великий бард Виктор Семенович Берковский, с неизвестным мне гражданином шли. И самое поразило, что они шли в трусах. Вот это было тоже очень важно, да. Потом, как выяснилось, этот гражданин был ты, да. Боря, да. Да, я, конечно, меня вот увидеть великом это... Ну, там все было все просто тогда, да. Мы сидели потом около костров. Между прочим, я хочу сказать, когда Берковский первый раз приехал, мы ведь не знали, что это такой великий человек, что это прекрасный композитор, ярчайший автор прекрасных песен. И когда я шел с ним и поражался, оказывается, вот из разговора с ним я вдруг понял, что, оказывается, «Гренаду» это написал он. Кстати, два года назад дорога, на его доме открылась доска мемориальная. Я и открывал эту доску, что в этом доме жил Виктор Берковский. То есть это такая награда заслуженная. Она действительно, потому что это композитор великий, действительно великий. Вы знаете, я помню такой момент через общение с ним. Я как-то ему встретился с ним и сказал: «Виктор Семенович, вот скоро будет зимний Грушинский фестиваль, приезжай». А он говорит: «Борь, ты понимаешь, у нас ученый совет, он же профессор, металлург, да, да, да. У нас ученый совет, мне надо писать какую-то бумагу, видеть, неужели а ты не понимаешь?» А давайте сразу споем с ребятами песню Виктора Берковского на стихи Висбора «Ночную дорогу». Вот, давайте. Чтобы так вот, хочу договорить все-таки ту историю. Я говорю: «Виктор Семенович, ну приезжай на зимний Грушинский». Я говорю: «Да у меня вот всякие ученые дела». А я ему сказал: «Неужели ты не понимаешь, что человечество тебя будет помнить по песням, а не по этим учебным делам?» Он как ребенок расстроился, говорит: «А что же мне делать?» Я говорю: «Приезжай, Витя». Да, все поем, играем, да? Нет прекраснее и прекраснее средства тревог, чем ночная песня жизнь. Длинной, длинной ниткой стоптанных дорог, что поем ранения души. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь, в дорогу нет дороги, окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог.
десята, сигарета, стоп, сигнал в ночах. Кто-то тоже держит путь. Знакомец, знакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами мигнуть. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, и верь в дорогу. Зато ее идут дороги трудны, но хуже без дорог. В два конца идет дорога, но себе не лги. Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверное, мои друзья. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь в дорогу. Окончание есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Еще разик. Дороги трудны, но хуже без дорог. Ой, как здорово, да, получилось, да? Молодцы! Как будто мы с вами пели вообще всю жизнь вместе. Очень, очень славно. Вот Виктор Берковский. Да. А вообще, начинал я, конечно, с песен, познакомился с жанром с песен Городницкого и Висбора. И вообще, первую песню, которую я спел, настоящую песню, не дворовую песню. Сначала я пел, конечно, песни дворовые. И писал сам свои песни, но быстро спохватился, понял, что лучше петь замечательные чужие, чем безобразные свои. Ну скажи, ну хоть какую чем дворовую одну? Спеть? Нет, не надо петь, просто скажи, какой. Нет, я могу один куплет спеть. Вот. Давай, спой, да? Чтобы люди поняли, какой путь ты прошел. Нет, ля минор. Ля минор. Есть в Италии маленький дом, что стоит на утесе крутом. В этом доме в 12 часов слуга-негр открывает засов, и за тенью следует тень, и скрипит под ногами ступень. В этом доме играют и пьют, и о чем-то все тихо поют. Дорога в жизни одна, ведет всех к смерти она. Днем раньше, днем позже умрешь, прошедшего вновь не вернешь. Один раз в жизни живешь, что можешь от жизни берешь. Кто любит, играет и пьет, тот выпьет и снова нальет. Это не наша песня, нет, нет.